Может этих импов можно себе как-то забрать. Или потом импа сманить, например. Мы могли вот это импу присоединить. А это сыграй. Маркиз Крауза. Королевский замок Нововерова, начальник храма. Маркиз Крауза. Чтоб часть под подозрение там. Он ничего. Объехать его никак. Маркиз, ну. И паладинов, паладинов там нет. У него 827 импов. Был бы имп то по 16 сотни. Да на 8. 80, 20, там 100. За сотню больше ста импов. Рыцарей. Штук 30. 33 рыцаря было. Может больше. Не, ну он по силам вот у нас. Ну. 14.20 и 180 маны. И у нас. И у нас 10.20. У нас урон 18. У нас тут 38 суммарно. То есть у нас 20 больше прокачанности. Еще мой этот. Но бе хотел ради чего это ради чего. Столица дорога. Ну это 20-20, а вот так это было. Да у него войска, конечно, сумасшедшие. Пегасы мы или два. Или королевские грифоны. Вот там есть руна магии. Но тут еще кошмар, еще это посчитается самый свой замок. То есть ему же хуже. 150 злоба глаза. В общем, можно 24 злоба глаза. Ну если королевские грифоны иметь, то немного. Штук 6 или 7 грифонов. Присоединиться. Да мне 150 кавалерий. 300 тех. Ну, смотри, я еще без грифонов эти 24 злобовая. Да троллить 22. Слишком много. Ну можно какие-то отряды тут вот, пора. Ну еще раз. Паладинов-то нет, а тут паладинов нет. Плюс 4 защиты шлем.
Игрушка для дракончика на 25 тысяч. Ну и вместе за что? Сначала с армией решить. Но зато они больше похожи на храм. Казначейство никогда не откажется. Портрет королевы льда. 20 маны. Плюс 15 к силе заклинаний стихии холода. И холода нету, 52 тысячи стоило. Ну вот есть рунные чародеи, которых, ну, у нас это все маги. А мечники, мы уже забыли, что в арте это. Теряют 30% отряда, воины получают 30% шансов войны. Так как потеряют. Какой-нибудь мораль лучников, мечников плюс один. Его дух. Девять, 12, ровно 6. В общем, да, ну, не особо там. Продолжается, сука. Перезарядка 1. Таких мы можем нанять 115. Ну, уклоняется, когда только треть отряда. Ну, мы нашли, да, руну магии. Еще одну можно отбить. Ну вот есть тернии и шляпа чародея призвать. Он некуда ее. Терния воин. Выращивает. Отряд. 2-4, а лидерство у него 8. То есть он выращивает от 4 до половины. Но это не стрелок, он в стрелке. Я. Ну вообще поискать где-то стрелки. Если бы вот этого импа смотри, он не смотрит. Были. Уже этих скелетов не собирал. А вот этот, отряд. 269 мародеров. 357 вот 330. Башня волшебника. Хорошо бы, да. Ходите к нам к волшебнику. И все. И вот этот знамя. Ну, у них тоже тверни там какие-то, допустим. И грифов. Еще кого-то. Чтобы, ну, просто священники не бросали, ну, типа магии. Может это. Ну, забить. По рунным магам начать стрелять. А так ли там змеи будут, а такие. Ну, положим.